Удачинские богатители подводят итоги работы за первое полугодие. На фабрике номер 12 докладывают, до конца этого года осталось обработать 6500 тонн руды. Всего же за прошедшие 6 месяцев обработали 3,5 миллиона тонн. Обогатители говорят, могли бы и больше, если бы не остановка предприятия на плановый ремонт. Во время него на фабрике устанавливали новое оборудование. В данный момент оно уже в работе. А сейчас, не прекращая обогащение, ремонтники подготавливают площадки для монтажа новых тяжело-средних установок. Они должны поступить на площадку совсем скоро. Ну, план у нас один. Это однозначно у нас должна подойти два модуля ТСУ, 110 тонн и 60 тонн. Мы должны их до 31 декабря смонтировать. Ну, что мы сделаем? Ну и, соответственно, в первом квартале 2018 года произведем пусконаладку и пойдет она у нас в работу, обе установки. Это самая основная задача на второе полугодие. Ну и также выполнение плана технического опережения, потому что третий, четвертый квартал также будет насыщен, также будет подходить оборудование, это также будет подходить КСН, также будет подходить у нас грохота. Все это дело мы должны смонтировать будем.